Ой, как пахнет вкусно. Ой, один другого лучше прям. Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами вместе полистаем первый каталог компании Oriflame уже 2022 года. И я вам покажу продукцию, которой уже сама пользуюсь. И вместе с вами потестируем. И я расскажу о своих впечатлениях. Желаю вам приятного просмотра. Каталог номер один начинается с 10 января и закончится 29. 3 недели, чтобы сделать покупки из этого чудесного каталога. Нас ждет новая коллекция гелей и мыла. При покупке двух любых новинок вы получаете дополнительную скидку. То есть, если мы берем два кусочка мыла, то 2 будет за 59 рублей каждое. Если одно, то 69. Если 2 геля, то 119 рублей. Если гель 1, то 159. Кстати, обратите внимание, здесь есть еще фигурная мочалка. Гель густой, концентрированный, очень вкусный аромат. Мне достался гель с грейпфрутом. Я обожаю этот фрукт, я его просто люблю кушать, и мне нравится этот свежий, бодрый, цитрусовый аромат. Также будет освежающий с океанским аккордом, тоже парочка гелем-мыла. Успокаивающий миндальный цвет, как это выглядит красиво. И мы можем заказать набор, в который входит два полотенца, 100% хлопок. Одно большое 65 на 125, второе малое 30 на 50, 1199 рублей. Мне кажется, это чудесное предложение, учитывая, что сейчас на текстиль очень высокие цены, и качество полотенец в Oriflame всегда замечательное. По крайней мере, у нас дома все в основном полотенчики из Oriflame. Вы можете заказать набор пробников, я обязательно закажу. 69 рублей будет, обойдется нам этот набор. В него войдет каталог номер 2, пробник CC крема Giordani Gold. По-моему, это будет какая-то... А, нет, это CC крем, мы его знаем, в оттенке светлый. Пробник дневного крема Энергетика Novage Skin Energize. И два пробника парфюмерной воды Экла, новинки. Слушайте, это очень здорово, хочу попробовать новинки как можно быстрее. И будут у нас какое-то интересное сезонное предложение. Вы можете отсканировать QR-код и посмотреть, что же будет за предложение. А для этого нужно сделать покупки онлайн с 9 по 29 января. Интересно, какое предложение нас ждет? Вот и само предложение. Я думаю, что это как раз оно и есть. Обращаю внимание, если вы в первом, то есть выполнили первый шаг, в каталоге номер 18 сделали заказ на 750 рублей. И в первом каталоге также делаете заказ на 750 рублей, то вы можете выбрать один из хитов. Либо аромат Мисс Джордани с подарочной коробочкой, либо Мистер Джордани с подарочной коробочкой. Цены, сами видите, очень аппетитные. Набор Королевский бархат, в который входит маска подтягивающая, подтягивающий крем для век и дневной крем, тоже подтягивающий, за 1099 рублей. Кстати, обязательно возьму этот набор. Или астаксантин и экстракт черники за 1599 рублей. Кстати, обратите внимание, что если вы не делали заказ в 18 каталоге, то вы его можете сделать в первом каталоге на 1500 по ценам каталога, и тогда тоже один из продуктов выбрать себе с большой скидкой. Если у вас будет два раза выполнено условие акции, значит, вы берете два любых продукта, три раза выполнили условие акции, три продукта и так далее. То есть, учитывая, что у меня заказ большой, более 5000, это точно, я, например, могу взять, я делала и в прошлом, и в этом сделаю каталоге, то я могу взять 5 или 6 продуктов вот с такими огромными скидками. Конечно же, я пользуюсь такими предложениями, это очень выгодно и приятно. Это экономия, и также можно побаловать своих клиентов, предложив им продукты с такими большими скидками. Далее у нас здесь ждет ароматы. Ароматы мы можем подегустировать, либо заказав пробники. Здесь около каждого аромата указан код пробника. Вы его вписываете в бланк заказа,
когда делаете заказ, получаете маленький пробник, тестируете на своей коже, да, на пульсовых точках, потому что от каждого человека ароматы пахнут по-разному, то есть он смешается с вашим собственным ароматом, и вы уже поймете, нравится он вам или не нравится. Также можно потереть некоторые странички в каталоге ароматизированно, то что тоже очень удобно. Итак, нас ждут большие скидки, чудесные ароматы. Я обожаю ароматы Oriflame, моя коллекция примерно 50 ароматов. Есть некоторые, которые я очень-очень люблю, просто мои фавориты. Есть ароматы, которые меня покорили, можно сказать, самое сердце. Это ароматы серия C, их два. Так выглядит аромат, кстати, он большой объем, 75 мл, и можно откручивать. Откручивать и переливать в дополнительный мини-флакон. Аромат стойкий, высокая концентрация стойкости аромата. Они просто неординарные. Вот сейчас я держу в руках синий Си. Он великолепен, дорогой, стойкий. Интересные ноты раскрываются. И эти ароматы собирали по специальной технологии, без вреда для растений. Есть у нас ароматы, которые просто уже легендарные. Это аромат Divine, Giordani, Магнетиста покорил сердца многих и мужчин, и женщин. Мое сердечко покорил аромат Eclat Blanc, потому что это очень дерзкий, свежий, легкий-легкий аромат. У него средняя концентрация стойкости, но он такой создающий позитивное настроение. Я люблю такие ароматы, поэтому просто от него в восторге. Можно заказать пробники отдельно новинок Eclat Nui. Интересное название, мужской и женский. 40 рублей, 2 пробника. А пробники нам нужны обязательно, чтобы подегустировать ароматы. Для мужчин у нас есть дорожная косметичка, то, что очень удобно для путешественников. Подарочный набор мужских носков и шарф. Вот шарф, только я не вижу, где он. Вот мужской шарф. Скоро грядут праздники. 14 февраля, День влюбленных. 23 февраля уже можно готовиться. Также мы для наших мужчин можем приобрести целый набор Novage по уходу за кожей. Я очень люблю Novage. Михаилу покупала весь набор в подарок. Мало того, что он доволен, я-то как довольна, когда мужчина вкусно пахнет, у него чистая кожа, чистые поры, он не жалуется, что у него там жирный блеск, шелушение, прыщики. Это просто волшебный набор, обязательно на него посмотрите пристально. И если хотите сделать классный подарок, то это именно он. У нас огромный выбор мужских ароматов, они тоже очень разнообразные, вкусно пахнут, они очень стойкие. Мне кажется, мужская коллекция ароматов даже интереснее, чем женская. Но все ароматы нужно подбирать через дегустацию, потому что все настолько индивидуально. Например, я скажу, мне очень нравится этот аромат, а вы его понюхаете и скажете, нет, вообще не подходит, поэтому надо дегустировать. Есть также мужские часы, очень стильные, эффектные, черное с синим сочетание, всегда очень красиво. Мужской бумажник, и все приходит всегда в коробочках, красиво упаковано, уже готовый вариант подарка. Также парфюмерный спрей для тела пользуется популярностью, 100 мл объем, и его можно носить после душа. Он легкий, он воздушный, просто чтобы кожа приятно пахла. Так, здесь у нас ароматы без скидок, без акций, также можно заказывать. И очень большой популярностью пользуется тушь серии On Color, всего 149 рублей. Многие ее обожают, из года в год покупают все время эту тушь. Она меняет дизайн, но кисть остается всегда вот такой, и многие просто говорят, идеальная кисточка. Мне она не подходит. Для меня слишком длинноватые щетинки, а так как глаза чувствительные, мне идеально подходит тушь, у которой кисточка с более короткими ворсинками. Я люблю тушь 5 в 1, например, мне очень нравится. Классные тени, они небольшие, то есть это такая маленькая палеточка, в ней 8 оттенков, которые легко друг с другом сочетаются, такие классные. И, кстати, 6 оттенков теней, 2 оттенка верхние, вот вы видите, они одинаковые, это тени для бровей, то есть чтобы усилить тон бровей, прокрасить их, сделать более выразительными, отличный вариант.
Также есть карандаши для глаз, они небольшие, 1 грамм, 12 грамма, такие небольшие малыши, но они очень удобные, отлично для кожи вокруг глаз подходят, потому что есть некоторые карандаши, которые кожу тянут, царапают, эти в меру мягкие, то есть они не жесткие, не слишком мажутся, то есть они прям вот идеальные, я пробовала эти карандашики, поэтому могу за них поручиться. Есть консилер, скрыть какие-то неровности, пигментации, покраснения на коже. Очень большой популярностью пользуется матирующий BB-крем. Вы, может быть, удивитесь, скажете, всего 199 рублей, не может быть. Вот кто пробует, потом постоянно перезаказывают. Адаптивный блеск для губ. Смотрите, он сначала будет прозрачный, а через несколько минут станет ярко-розовым. И он хорошо держится на губах, то есть он как тинт наподобие, то есть он не сотрется моментально, мало того, что он станет ярким, так он еще будет стойким. Есть такие матовые помады, вариантов достаточно много, можно подобрать на любой вкус. И помада с блеском, металлик, он сейчас в тренде, тоже, я не знаю, такая популярность, то что у нас даже есть несколько серий с эффектом металлик. Чудесные лаки, такие невероятные красивые оттенки, можно подобрать на любой вкус, есть такие глянцевые и с блеском, да, такие вот мерцающие красивые оттенки. Многофункциональный спонж для макияжа, я его еще не вскрыла даже, буду скрывать на видеообзоре, он такой бархатный, какой-то невероятный, я даже вот через упаковку вижу, что он какой-то чудесный, и раньше я такого не встречала, то есть он какой-то с ворсинками, мне кажется, будет очень здорово. Точилка, нужная классная точилка, если заметили, у нее два отсека, один для более тонких карандашей, для обычных, а один для таких толстеньких, иногда бывают помады или карандаши именно толстенькие, тогда нужна именно такая косметичка. Удобно, ой, точилка, удобная косметичка, в которую поместится очень много косметики, в том числе и уходовые средства. Разнообразие кистей не очень большое, к сожалению, я люблю, когда кистей много, но кисти хорошего качества в Oriflame. Можете смело брать любую, она вам будет служить долго, и она доставит вам огромное удовольствие. Тушь для ресниц стойкая, то есть для нее нужно будет специальное средство для снятия водостойкого макияжа. Тушь с изогнутой кисточкой, которая делает эффект нарощенных, да, таких театральных ресниц, классно укладывает реснички, шикарные цены в этом каталоге. Тушь с эффектом гипнотического взгляда, тоже очень даже классная тушь, я сейчас такой пользуюсь, у нее интересная кисть, вот немножко похожа на тушь 5 в 1, тоже здорово удлиняет реснички, хорошо их укладывает, прокрашивает, дает объем. Видите, интересно, с одной стороны нет щетинок, а с другой они идут вот так конусом, то есть от самых маленьких-маленьких и расширяется. За счет этого получается как раз эффект гипнотического взгляда, то что акцент, то есть реснички прокрашиваются очень хорошо у основания, и особенно классно идет вот разделение внешнего, как раз внешнего угла глаза. Супер просто тушь. Две туши с большими кистями, к сожалению, я их выкинула, у меня были такие туши, но не нашла, специально хранила кисточки, не знаю, куда-то убрала, хотела вам показать, что здесь большие пушистые кисти, особенно мне понравилось с эффектом кошачьих глаз, я думала, что мне такая кисть никогда не подойдет, потому что она значительно больше, чем та, которую я сейчас показывала, но за счет вот этого прогиба посередине получается, что мы круто прокрашиваем внешние ресницы, не склеивает, и вот реальный эффект кошачий глаз, так красиво получается. Дочка моя очень полюбила вот эту тушь, бомбочку такую. Тени. Вот тени у нас Рэйфил. Оттенков здесь представлено не очень много. Некоторые я вам покажу. Есть такая отдельная палетка, большая, магнитная. 449 рублей стоит палетка. Видите, вот здесь есть дырочки. То есть я могу туда иголочкой или чем-то остреньким... Ой, сломалась тень. Ткнуть, и они выскочат. И тогда можно будет поставить любой другой цвет. Тени приходят отдельно, вот в таких вот футлярчиках. То есть мы открываем, извлекаем тени и вставляем их туда, куда нам нужно. Мне очень нравится, потому что у меня их много, и я периодически собираю ту палитру, которая мне нужна. Итак, что я вам могу из этого показать? Ну вот бежевый нюд, мои любимые,
они просто вот телесного цвета, матовые, очень красивый, благородный серый. Так, вот этим мизинчиком покажу. Роскошный цвет. Сегодня, кстати, он у меня на глазках. Вот такой вот. И золотистый хаки. Вы знаете, этот цвет меня просто удивил. Это просто золото и легкий такой оливковый отлив. Супер просто. Так, других у меня, по-моему, не... А, вот жемчужный розовый. По-моему, вот он тоже у меня. Угу, похоже, это он. Вот такая коллекция. Мне кажется, это вариант классный. Вот собрать именно свою палитру, свои оттенки, которыми будете точно пользоваться. Потому что в наборах зачастую остаются какие-то цвета, мы ими не пользуемся, потому что ну, не нужны, не подходят, не идут. Подводка для глаз. Эта подводка, пожалуй, стала моей любимицей за счет того, что у нее длинная кисть, и ей можно долго работать. То есть она не быстро, не моментально сохнет, как подводка Giordani Gold. Хотя мне Giordani Gold, конечно, нравится, но если долго, медленно вести стрелку, то там подводка высохнет моментально. Вы не успеете даже довести до конца, придется вот снова забираться в нее и набирать новый цвет. Классная, удобная кисточка, поэтому рекомендую, смело можете брать, и ее надолго хватает. Конечно, удобнее рисовать стрелки мне вот таким маркером. Открыла. Но так как я сначала крашу тени, и теней у меня много, то маркер быстро забивается, и я им потом уже не могу пользоваться. То есть он у меня быстро выходит из строя. Но если вы не красите тени, то вам вот такой маркер понравится больше, чем подводка. Вот он у меня просто старенький, уже высох. Это классная штука, просто невероятно удобно, потому что мы привыкли работать, да, мы ручкой пишем, карандашами с детства, да, мы приучаемся к такой форме. И когда мы получаем маркер, так просто нарисовать стрелку намного проще, чем вот эта кистью. По крайней мере, я была удивлена, когда первый раз маркер попробовала. Это просто чудо. У нас есть роскошные помады с эффектом сияния. И я все-таки не выдержала и заказала себе одну из помад, потому что она покорила меня в самое сердце. Я взяла себе манящую малину 42-160. Смотрите, какой цвет. Это же просто бомба. Это так красиво. Особенно если сделать контур такой нюдовый, телесный, вообще незаметный. Вот, например, у меня есть такой карандаш. Если им накрасить контур, а сверху пройтись этой помадой, то контур не видно, а губы выглядят такими объемными, классными. Просто, ну вот, просто супер. Вот так вот смешивается, контура не видно. Просто большие красивые губки, пухленькие становятся. И все, получается супер эффект. Здесь также у нас есть мультиактивный бальзам, который я тоже рекомендую. Он лучше всех бальзамов. Лучше AZ бальзама. Кстати, AZ бальзам, если будете брать, имейте в виду, что он, я не знаю по какой причине, то есть он у меня не старый, я бы не сказала, что, то есть я его заказала, как только он вышел. Но он у меня со временем, ну прошло, наверное, чуть больше полгода, он у меня начал горчить. А вот этот мультиактивный бальзам, он служит верой и правдой, и он тоже дает оттенок, приятный аромат, он не горчит, вообще никак не напрягает, и я его, конечно, просто обожаю, всем рекомендую. Он стоит этих денег, еще он с SPF 15, и он невероятно классно увлажняет кожу губ, чтобы вот не было шелушения, каких-нибудь трещинок там и так далее, да, чтобы губки были пухленькие, увлажненные такие, наполненные. Можно заказать пробники, то есть вот здесь у нас перечислены коды. Вы можете выбрать любой пробник помады с эффектом металлик и подегустировать, посмотреть, идет вам, не идет. Пробник стоит всего 10 рублей, поэтому можно смело взять и попробовать какой-то из оттенков. Или, если вы хотите стойкую матовую помаду, то Ультрафикс, пожалуй, один из лучших вариантов, которые я пробовала. Вот такие у меня есть три оттенка. Нюдовый самый светлый, потом терракота, вот такой нюдовый, вот такой терракота и красный. Я очень люблю красные оттенки. Видите, какой красивый красный.
Эта помада очень стойкая. Ее нужно нанести, не облизывать губы, не двигать, не нарушать верхний слой, дать ей устояться 10 минут. И потом смело можете быть уверены, что 8 часов эта помада точно будет держаться у вас на губах. Она не сотрется, никуда не исчезнет. Так, я вам показала нюд, терракотту и красный. Вот они у меня три подряд. Смотрите, какие классные. То есть самые такие вот нужные оттенки и на каждый день, и на выход. Так, что нас ждет здесь? Это блеск для губ. Блески просто нереальные. Просто можете смело брать. Все оттенки очень красивые, полупрозрачные, они стойкие, приятно пахнут. Они делают губки такими пухленькими, объемными, и я люблю их все. Их можно использовать поверх помады, кстати. Или просто как самодостаточный блеск для губ. Я без блеска просто жить не могу. Так, компактная матирующая пудра. Мой оттенок, сейчас скажу, какой у меня оттенок, по-моему, средний, 48, средний. И вот сейчас, зимой, он для меня чуть-чуть темноват. Конечно, пудра роскошная, но посветлее бы тон. Есть у нас придающий сияние праймер для лица, он наносится под тональную основу. Средство для снятия макияжа не снимает водостойкий макияж и стойкий, то есть для обычного макияжа. Шикарная адаптивная тональная основа, адаптивная, то есть она подстраивается под вашу кожу, под тон кожи, под ее состояние, то есть она матирует, идеально подходит для обладательниц комбинированной или жирной кожи. А вот увлажняющий крем-тон для лица AZ серия 4 оттенка уже больше подходит для увлажнение кожи, то есть если кожа сухая, склонная к сухости, то конечно нужно брать AZ бальзам. Вот эту палетку я всем рекомендую, она крутая. Обратите внимание, что здесь у нас две палетки, одна идет с такими с коралловым оттенком румян, вторая идет с розовым. То есть если у вас теплый цветотип, да, то есть вы больше любите теплые оттенки, значит вам нужна эта палетка, если холодный, то значит вы берете с розовым тоном. Стики для макияжа, это вот такие большие классные стики, у меня есть три, я ими, кстати, люблю пользоваться. У меня есть для контуринга вот такое средство, оно не рыжит, хороший коричневый оттенок, румяна, абсолютно нейтральный оттенок, который подходит для любого тона кожи. И хайлайтер, вот он просто классный, он слегка розоватый, а блестки металлик, цвета металлик. Это очень удобно, потому что сразу моментально вы можете вот этими тремя средствами преобразить свою кожу, сделать лицо выразительным и классным, то есть не нужны какие-то дополнительные продукты. То есть если вы пользуетесь, любите сначала нанести тон, потом и пудру, а потом работать средствами, которые делают коррекцию лица, то вам надо брать сухое, то есть по сухому сухим работаем. Если вы наносите тон и сразу хотите работать с влажным продуктом, то вам нужны вот такие стики. То есть если пудрой не пользуетесь, то стиками. Шикарная, просто шикарная помада для бровей. Смотрите, здесь кисть спрятана в колпачке. Внутри у нас средство. У меня средний оттенок коричневый. Вы кисточкой набираете средство и рисуете себе бровки. Вот так вот. По волосикам проходите. И получается очень красивая, классная бровь. Рисуете, 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 заполняете межбровное пространство, если где-то есть там пробелы какие-то и так далее. Очень рекомендую, помада мне нравится. У меня любимые средства для бровей — это помада, либо вот такая палетка с теней для бровей. Я или этой пользуюсь, потому что очень удобно. Что из средств для ногтей я постоянно заказываю? Это масло, масло для кутикулы, то есть я все время обрабатываю этим маслицем, оно очень удобно из-за того, что здесь есть кисточка, и мы просто так подкручиваем, и маслица выходит. Постоянно заказываю жидкость для бережного снятия лака, потому что равных ей я не встретила за всю свою жизнь. Это лучшее средство. Особенно, если вы пользуетесь какими-то лаками с глиттерами, да, там с блестками, с такими вот, они очень плохо снимаются, очень плохо. Или красные, яркие, темные оттенки, они размазываются, плохо убираются. Это средство убирает все.
все моментально. Далее я использую иногда ночную маску, но очень редко, потому что у меня обычно ногти накрашены, либо я их стираю, делаю сразу обработку и тут же наношу лак. То есть у меня редко бывает, что я могу пользоваться ночной маской. Укрепляющее покрытие для ногтей — очень хорошее средство. А вот сыворотку я не пробовала, не могу ничего сказать, но если вы пользовались, напишите нам, будет очень полезно ваш опыт. Так, что из этого? Щипчики для кутикулы. Такие маме заказала, потому что я у нее забрала щипчики, у которых еще меньше вот эта часть, которая убирает кутикулы, и мне очень нравится. Эти тоже достаточно классные, то есть они не слишком крупные, можно ими спокойно пользоваться. Так, этим я не пользовалась. Дальше у нас базовое покрытие для ногтей идет. Оно защищает ногтевую пластину. Потом три оттенка лака, которые можно использовать для французского маникюра. Если вы делаете, да, любите вот такой кончик белый делать, то как раз вам он подойдет. Так, дошли мы до серии Giordani Gold. Это самая роскошная серия в Oriflame. Она и выглядит круто, и у нее состав очень богатый. То есть если мы говорим о помаде, то значит в этой помаде будет очень много полезных компонентов, которые будут ухаживать за губами, увлажнять их, питать, бороться с процессами старения. То есть это не просто помада, которая украсит вас, это помада, которая будет ухаживать. Роскошные сатиновые помады, можете у меня на канале посмотреть, есть ролик, где я их все-все-все тестирую. Есть у нас помада матовая, тоже посмотрите на канале, есть отдельный обзор, где я их все тестирую. Роскошные двухсторонние карандаши. Что значит двухсторонний? Это значит, что с одной стороны будет цвет, а с другой кисть. Кто-то уже заметил, я открывала. Итак, посмотрим. Гордения. Второй карандаш — роза. И третий — мак. Мак у меня самый популярный, потому что это невероятный оттенок. Он подходит под все красные. Я им, конечно, очень много пользуюсь. Вот такие чудесные карандаши, которые могут подходят буквально практически подо все оттенки. Не хватает только темно-коричневого, да, какого-то шоколадного цвета. И под сливу, фуксию, да, вот буквально еще два бы оттенка, и была бы целая классная коллекция. Есть еще и косметичка, здесь очень симпатичная, золотистого оттенка. И карандаш для бровей, тоже рекомендую. Двухсторонний. С одной стороны, есть необходимая расческа, чтобы сначала расчесать брови, потом прокрасить их, а потом снова расчесать. То есть сделать такую укладку. И вот как раз та самая подводка Giordani Gold, которая быстро сохнет, то есть она схватывается, но она, конечно, красивая, она здорово ложится, очень удобная кисть, но имейте в виду, ее надо прям быстро раз и провести. Красивое зеркальце карманное, у меня, кстати, есть на канале обзор с этим зеркалом, показывала его, действительно очень красивенько. И тушь, супер тушь для ресниц. Чем она мне нравится? Если сравнить ее, ну, например, с тушью 5 в 1, то это как бы чуть гуще, и она действительно дает больше объема. Если тушь 5 в 1, она более прозрачная, такая тонкая, очень натурально выглядят реснички, то эта тушь, она вот прям для праздников, потому что она погуще, она сразу схватывается, быстро фиксирует реснички. И вот, кстати, у кого ресницы короткие, вам нужен объем и фиксацию, да, если реснички вот так вот растут прямо, то эта тушь больше подойдет, чем 5 в 1. Это мое такое мнение субъективное, тоже жду ваши отзывы. Вот такую тушь я не пробовала, поэтому мы ее перелистываем. Что здесь у нас интересненького? Так, пудра. Пудра, пудра. Сейчас мы ее найдем, и я вам покажу такую пудру в сияющую. Она у нас как идет? Вот такая вот пудра сияние. Румяна. Бронзер в шариках. Вот такие вот румяна. Смотрите, чем интересна эта пудра. Видите разные оттенки шариков. Почему? Да, я такая смотрю и думаю, боже мой, зачем мне на лицо зеленый, сиреневый, золотой, розовый, персиковый какой-то, белый. Оказывается, если мы смешиваем все эти оттенки, наносим на лицо,
просто уже как завершение макияжа, легкое такое вот облачко на лицо, то здесь получается классная цветокоррекция, и лицо визуально выглядит свежее и моложе. Вы не увидите на своем лице сиреневых или зеленых полосок. Обратите внимание, вот пальчиком, да, по ним катаю, вы этого не увидите, но лицо станет сразу моложе. Это удивительно, но это факт. И у этого продукта нежный-нежный сладенький такой аромат приятный. Ну а румяна — это, конечно, легенда, мне кажется, Oriflame. Именно такие в шариках. Они долгоиграющие, хватает на несколько лет. Они действительно классно выглядят, вообще просто идеально. Поэтому рекомендую. Можно, кстати, взять, смотрите, такой оттенок, жемчужное сияние. Он идет по акции, это юбилейный выпуск румян. Поэтому я думаю, что они вам тоже очень даже понравятся. И в уголочке здесь прячется пудра, матирующая пудра. И у меня есть такая пудра в оттенке, по-моему, у меня слоновая кость, семерочка на конце. Да, пудра невероятная. Смотрите, можно даже ей просто взять, вот одной намазаться, и кожа становится холеная, матовая, и очень здорово перекрывает все недостатки. Вот, например, я положила прям специально на вену, но здесь нет увлажнения сейчас, поэтому когда лицо более увлажненное, то вы увидите, что лицо стало просто как фотошоп получается. Очень классная пудра. Так, далее, тональная основа у нас есть минеральная. Она идет с SPF 15. Не всем подходит минеральная косметика, поэтому тоже обращайте на это внимание. 5 оттенков. Мне, например, очень подходит. Я себе периодически беру эту тональную основу. Сейчас у меня из серии Giordani Gold с пребиотической сывороткой. Она более прозрачная. То есть эта тональная основа поплотнее. Она лучше перекрывает все недостатки. Есть у нас гармонизирующая тональная основа. Это просто чудесная. Она легкая. У нее высокий SPF фактор. И она дает эффект сияния. То есть лицо выглядит, как будто оно вот молодое такое, здоровое. Здоровое свечение у кожи. Тоже попробуйте, просто прелесть. Далее, здесь у нас продукты идут, обратите внимание, без скидок, но кое-где вы увидите, есть акция. Обращайте внимание, значит, этот товар уходит у нас из этой коллекции, то есть не будет доступен к покупке. И если вам нравится, например, чехол для кистей, то лучше его сейчас заказать, потом вы его не поймаете. У нас есть также каталог Норхен. Это отдельный каталог ювелирной бижутерии. И здесь мы видим один из наборов. Но чтобы посмотреть полный вот такой вот каталог, вам нужно зайти на сайт, в приложение Oriflame, и выбрать каталог Норхен и полистать его. Там такие красивые, классные украшения, просто, просто вау. И также есть дополнительная бижутерия, это не ювелирная бижутерия уже идет, тоже наборы, часики, шикарный набор рождественский, такой с снежинками, зимний, очень девичий, очень такой симпатичный. Носочки, тапочки, кстати, они утепленные, внутри мех. Они фиксируются, да, хорошо затягиваются помпончиком. То есть нарядные, классные носочки. Это будет и подарок чудесный, или себе. У кого полы холодные, то такие носочки, мне кажется, это просто необходимость для зимы. И далее у нас идет еще раз продажа, уже уходовые средства по супер приятным ценам. Серия Пурскин для молодой проблемной кожи. То есть если есть уже возрастные прыщики, появляются, да, какие-то изменения, то есть переходный возраст, то серия поможет мягко преодолеть этот рубеж перехода, чтобы не испортить кожу. Здесь в серии есть все. Средства для умывания, есть масочки, есть именно такие соцсредства аппликационные, которые мы прям наносим на прыщики. Внимательно почитайте про эти продукты и уже заказывайте по потребностям то, что нужно. Серия Love Nature — это серия с такой лояльной ценовой политикой, но я могу сказать вам по собственному опыту, что эти средства мне тоже очень нравятся. Например, я обожаю вот очищение, я его называю умывалка, да, но это очищение для лица, оно тонизирующее, абрикосы, апельсин, и в нем есть мелкие отшелушивающие частички. Кстати, здесь еще есть губка для очищения кожи. Я вам хочу сказать, что я заметила. У нас раньше были губки,
я ими пользовалась, и сейчас они изменились, то есть они стали погрубее. То есть если раньше она была более мягкая, такая приятная, то сейчас она стала более грубая. Честно говоря, мне это не понравилось, и я даже немножечко расстроилась, потому что это одна из моих любимых губок, потому что только ей можно снять маски, которые вот с глиной, да, подсыхающие, такие вот плотные маски, ей удобно умываться. Но сейчас она меня, конечно, не радует, эта губка. Но вы можете сами попробовать, как ваша кожа примет. 69 рублей, в принципе, хорошая скидка в этом каталоге. И напишите мне потом, как у вас. Может быть, именно партия мне такая попалась, что губки были жестковатые. В общем-то, ничего страшного. Далее, патчи. Это просто моя любовь. Я уже вот открыла вторую пачку, использую. 199 рублей, 8 патчей косметических. Смотрите, как они выглядят. Они выглядят как киви. Вот я их сейчас все нечаянно вынимаю. Тут они пропитаны сывороткой, надо будет их использовать прям все. Их можно резать на кусочки, чтобы положить там под глазки куда-то или на какую-то определенную сухую зону. Они классно увлажняют. Слушайте, морщинка прям расправилась на глазах, межбровная, я удивилась. Шикарно увлажнилась кожа под глазками. Я вот на локте не пробовала, но я пробовала вот на зону, где вот еремная ямочка, потому что здесь кожа такая очень как бы быстро, да, такая стареет. Это такая прелесть, при этом они еще вкусно пахнут и классно выглядят. Вы получите просто потрясающие фотографии для своего Instagram аккаунта. Серия Love Nature с алоэ и кокосом. Это просто чудо. Вот я сейчас держу в руках маску скраб, ее можно использовать как масочку и как скраб. Она и увлажняет, и очищает. То есть такая прозрачная гелевая масса и мелкие-мелкие-мелкие вкрапления, которые помогают отшелушить мертвую кожу. И тоже серия полная. Здесь есть очищающее молочко, тоник, крем для кожи вокруг глаз, крем дневной и как раз масочка. Роскошные смягчающие средства. Это просто чудо. У меня сейчас в руках с ароматом клубники и с маслом семян клубники. Это роскошь с первой секунды. Во-первых, сама упаковка. Во-вторых, применение. Можно губы смягчить, локти, пяточки, колени, даже кожу вокруг глаз. То есть все, что сухое, или, например, болячки появились, да, там поцарапались, или есть болячка, и она очень, особенно у деток, тянет, чешется, ее хочется содрать, ее сдираешь, там кровь, новая болячка. А вот если на болячку нанести это смягчающее средство, то болячка размякнет, просто отвалится, остается под ней ровная кожа. Это просто чудо, особенно у кого маленькие детки. У нас есть бустеры, которые мы смешиваем с дневным кремом, наносим по утрам, они как волшебная палочка. Питание для сухой кожи. Обновляющий бустер более подходит для комбинированной, да, жирной кожи и так далее. Глубоко увлажняющая маска с витаминами. Она подходит классно всем, кому надо напитать, увлажнить кожу. И есть маска глиняная, она такая прям вот серо-черного цвета для жирной кожи. То есть мы ее наносим, не даем ей высыхать, то есть все равно брызгаем сверху на нее, чтобы она не сохла. И маска хорошо очищает поры. И также есть маска для глубокого увлажнения кожи. Она тканевая, она очень классная. Я пробовала такую маску. Могу сказать, что я ее рекомендую всем. Эффект просто супер. Вот если вам нужно быстро привести лицо в порядок, увлажнить, напитать, да, классно выглядеть, то эта масочка вас спасет. И обратите внимание, у нас есть такая силиконовая маска. И она, по-моему, уходит у нас с продажи, но она просто необходима. Ее можно носить поверх увлажняющей маски, поверх тканевой, чтобы она не сваливалась. Я без нее уже просто даже не представляю своей жизни. Очень удобная штука. В серии Optimals у нас есть разные варианты. Вы можете подобрать уход для любого типа кожи. Для сухой, для возрастной кожи, для городской кожи, для кожи, которой нужно... Нет, это не эта серия. У нас еще есть осветляющая, нет, и она здесь не представлена. То есть для города вот эта серия мне понравилась. У меня даже еще есть вот этот спрей. Я им пользуюсь. Он как водичка термальная, как тоник. То есть я его наношу,
под дневной крем и под ночной, просто когда мне хочется дать коже больше увлажнения. То есть я вижу, что кожа вот, ну, прям просит дать что-то увлажнение. Я сначала распыляю этот спрей, а потом уже наношу крем. Восторг. Единственное, что мне не понравилось в этой серии, это сыворотка. У нее странная закрывашка, то есть сама по себе сыворотка прикольная, а вот она не закрывается, то есть дорогу ее взять невозможно. Затягиваю флакон, через некоторое время смотрю, он уже раскрутился. И вот такая же проблема наблюдается в бустерах. Вот я вам бустеры показывала, у них тоже почему-то крышечка, я ее затягиваю, она тут же раз и раскручивается. Не могу понять, с чем это связано. Далее у нас идет уход на Vage. Это дорогой антивозрастной уход. И даже если написано, что серия, да, вот идет там 30+, 25+, 20+, то есть вот эта серия Skinergize, она вообще для молодой кожи. Этот комплексный уход рекомендуется для всех, кто хочет дать своей коже по максимуму. Я использую сейчас крем для кожи вокруг глаз, для век, из серии Time Rester, а дневной и ночной крем Экологен. Очищение у меня идет из серии для чувствительной кожи, вот такая пенка. То есть у меня сейчас идет как бы сборно из разных серий, да, у меня разные варианты. Но помните, что эффективность серии будет при условии, что вы пользуетесь полным комплексным уходом. Сыворотка у меня, кстати, тоже Экологен. Вот. Это дает вам 100% гарантию, что заявленные результаты будут реализованы. То есть если, например, вы хотите подтянуть овал лица, то вам нужна серия Ultimate Lift. Если вам нужно убрать мелкие мимические морщины, то вам нужен Экологен. Если вы хотите, чтобы лицо у вас просто сияло, было розовое, даже если вам 50-60 лет, вы можете смело брать серию Skinergize, и у вас просто будет увлажненная, сияющая кожа. Это очень удивительные вот эти все серии, я их все попробовала, добралась даже уже до такой взрослой серии, хочу тоже увидеть эффект. И есть также против пигментации целый комплекс, и он будет работать именно на осветление кожи. Естественно, что он решает не только, да, вопрос с пигментными пятнами, он также увлажнит, он даст 100% классный уход. В каждую серию входят разные стволовые клетки, и в этом ценность этих продуктов. Я считаю, что это просто гениальные, вот, гениальные серии. Я ими периодически, да, меняю то одну пользу, использую то другую, и вы можете сами оценить результат. Мне уже в начале весны будет 48 лет. Никогда не была у косметолога и пока не собираюсь. Мне пока спасает Oriflame. Ночная маска, как ей пользоваться? Умываетесь, наносите ночной крем, а сверху на него вот эту маску. Она очень классная. У меня одна баночка заканчивается, сразу беру другую. Мне очень нравится, какая у меня утром кожа, она какая-то вот становится более плотная, увлажненная, и лицо свежее. Конечно, капсула для лица — это микс ценных масел. Здесь 6 масел входит в состав, и вы, проделав курс, уже с первой капсулки, с первой рыбки, вы увидите, какая у вас станет бархатная, холеная кожа. Но это, конечно, это просто вот для кожи, это как подарок, да, такой витаминный коктейль. У нас есть также спонж коньяку, очищающее гидрофильное масло для умывания. Кстати, многие умывают, ну, смывают макияж с глаз. Мне вообще это средство не нравится для глаз. Мне как-то это очень масляно, очень жирненько. Обновляющая маска из биоцеллюлозы. Биоцеллюлоза — это как вторая кожа. Кстати, очень интересная маска, она трехслойная. И вам нужно использовать только серединку. То есть вы снимаете сеточку, накладываете маску на лицо, распределяете, потому что биоцеллюлоза, она очень тонкая, и ее сложно было бы нанести на кожу, если бы вот не было вот этого верхнего слоя. То есть она бы скомковалась. Все распределяете, аккуратно снимаете этот верхний слой, и 20 минут выходите с этим волшебным просто продуктом у себя на лице, и потом вы видите, как ваша кожа просто восстановилась. Просто она обретает цвет, увлажненность, даже подтянутость. Вот у меня было ощущение, что у меня кожа как будто бы подпрыгнула, то есть она становится более упругой. И для меня этот продукт как
как сказать, как палочка-выручалочка. Вот, например, я на банкет собираюсь и обязательно сделаю себе классную, крутую маску. Да, может, кто-то скажет, это дорого, но, ребят, сходить к косметологу, привести лицо в порядок будет в разы дороже стоить. Поверьте мне, лучше сделать маску, сделать патчи, хотя бы вот такие с киви или наши с гиалуроновой кислотой. Это будет вообще просто чудо. Также мультифункциональный защитный крем с SPF 50. Интенсивный антивозрастной крем для рук с SPF 25, он убирает пигментацию. То есть если появились пятнышки, кстати, я удалила. В прошлый раз у меня был такой крем, я им пользовалась каждый день, и кожа стала ровной. А до этого появились такие мелкие пигменты. Кстати, опять, по-моему, что-то появляется. Да, надо взять такой крем. Кстати, на него очень большая скидка. И есть гель против воспалений. То есть он точечно наносится на прыщик, и утром его просто не будет. Также здесь всегда ищите продукты с большими скидками, то, что уходит с продажи. Потому что, может быть, именно там будет какой-то продукт, который вы очень любите. И, конечно, я рекомендую вам изучить серию. Она называется Mint and Mood. Это серия масел, которые работают с нашими эмоциями. То есть масла Oriflame вовнутрь не применяются, только наружное применение. У меня есть набор, два продукта. Один у дочки, один лежит у кровати, релакс. Я им мажусь каждый раз на ночь. Есть у меня уверенность, то есть мы роликом берем, наносим на специальные, да, точки, вдыхаем масло, правильно нужно вдыхать, то есть есть специальный каталог, вы там почитаете, какое масло, как нужно использовать и на какую зону наносить. Например, вот масло «Энергия», его нужно носить на заднюю часть шеи, представляете, и вдыхать резко так, и он станет, даст вам энергию. То есть если чувствуете, что скисаете, вот очень долгоиграющий набор, на мой взгляд, это роскошный подарок, потому что он в такой вот коробочке, удобно использовать. И мне нравится то, что оно уже разведено, потому что есть у нас концентраты масел, к ним можно отдельно заказывать диффузор и специальное средство, которое разводит масло, чтобы его можно было использовать на коже. Есть у нас средства для укрепления груди и антицеллюлитный гель. Тоже средства эффективные, но они будут эффективны, если вы будете использовать их каждый день. Это как зарядка. Если делать ее раз в неделю, эффекта не будет. Если делать ее каждый день, то, конечно, будет эффект. Есть у нас серия для того, чтобы привести свое тело в порядок. Как, я имею в виду, постройнеть, держать вес, да, контролировать вес. Это коктейль специальный для контроля и снижения веса. Мой любимый, кстати, шоколадный. У нас есть очень много продуктов, витамины разного плана. Есть кальций, есть отдельно омега, есть витамины для волос и ногтей. Где-то они здесь вот у нас будут. Вот витамины, это нутрикомплекс, он целевой для волос и ногтей. Есть батончики, супы. Белок, то есть протеин отдельный, белковые коктейли, шейкер, есть пребиотический напиток, который меня вот спасает, когда жор начинается праздничный, у меня начинает сбой идти, да, в кишечнике, то я обязательно пью пребиотический напиток, у меня моментально вот все восстанавливается. Эту серию нужно отдельно изучать, это очень долго, это час я вам буду, если про каждый продукт рассказывать, часа не хватит, чтобы про них, про все рассказать. Далее, у нас есть аксессуары для волос и все классные расчески. Моя любимочка сейчас вот эта золотая расчесочка, она такая маленькая, компактная, я ношу с собой в сумочке, и ее можно использовать так, как зеркальце, но удивительное дело, кто-то на эфире у меня спросил, а расческа воняет? Я даже встала, специально взяла ее, понюхала, вообще нет запаха никакого. Но девчонки говорят, что есть у кого-то, что, ну, плохо пахнут. Я не знаю, от чего это зависит, то ли партия какая-то попалась. То есть если вам придет расческа, которая будет плохо пахнуть, вы просто оформляете претензию на сайте и возвращаете ее обратно. Ребят, ну эта расческа просто очень крутая. Смотрите, она у меня уже 2 или 3 месяца. Смотрите, как она классно выглядит, не поцарапалась, не облупилась.
И я ей очень довольна, то что она маленькая, как она круто распутывает волосы, это что-то невероятное. Далее, шампуни, как раз здесь вот два моих любимчика есть, Элио шампунь такой золотой и Бьютаникалс. Бьютаникалс на 95% с натуральным составом и содержит экстракт жимолости, который придает очень вкусный аромат, такой, знаете, с кислинкой, хочется вдыхать и вдыхать. Очень удобно то, что шампуни с дозаторами, они очень классные. Уход за волосами в Oriflame, конечно, роскошный, важно подобрать то, что вам подойдет. Например, шампунь серии мед и молоко, он не подойдет тем, у кого жирная кожа головы. А если сухая, даже вот чешется, да, там стянутость и сухость, то идеально подойдет. Курсами рекомендуется пить нутрикомплекс, чтобы восстановить волосы, чтобы они стали лучше расти, чтобы они блестели, чтобы качество волос было хорошим. Почитайте состав, это просто чудо. Одна упаковка на 3 недели. Еще мой любимчик, смотрите, вот он, эта серия против выпадения. Это что-то с чем-то. Вот реально это мой фаворит, потому что с этой серии у меня на расческе вообще волос не остается практически. То есть на мне сработало на 100%. Есть также восстанавливающий шампунь и кондиционер для тех, у кого волосы сухие, ломкие. После окрашивания, после милирования восстановление будет вам очень даже кстати. Такое разнообразие против перхоти работает на 100%. У меня есть клиентка, которая берет этот шампунь и говорит, что рядом никакой другой не стоит, то есть какие другие она пробует, у нее возвращается перхоть, даже если там написано против перхоти какие-то не Oriflame шампуни, то перхоть возвращается, и она опять просит меня заказать такой шампунь. Серия, которая для тонких волос, здесь представлен только кондиционер, для окрашенных волос наборчик и климат-контроль. Вот интересно, да, климат-контроль идеально для зимы, когда у нас идет статически, да, электризуются волосы, перепады температуры, на улице холодно, в доме жарко, волосы начинают ломкими становиться. Вот, кстати, интересный продукт, я не заметила его, не взяла свой шампунь. Это сухой шампунь. И он нужен как вот палочка-выручалочка, если нужно быстро привести прическу в порядок, идут гости или нужно срочно выйти из дома, а голову помыть некогда, то просто хорошо потрясите этот шампунь, распылите на прикорневую зону роста волос, взбейте волосы руками, а потом расчешите расчесочкой по всей длине, и волосы будут выглядеть, как будто вы их только помыли. Краска для волос. Это моя любимая 9.0, пока ей пользуюсь, возможно, в какой-то момент я поменяю и буду другим цветом пользоваться, но сейчас пока довольна этим оттенком. Чем удобна краска? Я ей могу покраситься спокойно дома, потому что здесь есть все. Перчатки у нас прячутся внутри инструкции, маска просто роскошная и два продукта. Смотрите, из-за того, что здесь есть наконечник, который мы отламываем, когда смешаем окислители, краску, я крашусь сама. Можете посмотреть на канале, у меня есть уже несколько роликов, как я делаю самостоятельное окрашивание, ничего сложного нет. Самое главное, что эта краска не портит волосы, то есть она умная, она отлично прокрашивает седину, она ухаживает за волосами. Вы можете тут состав почитать, вы удивитесь, да, тут льняное масло как влияет, адаптивная смарт-система, то есть дает этот стойкий цвет, умное окрашивание. Есть серия Love Nature, также шампуни, и тоже я ими пользуюсь. Если подобрать по типу волос, например, от перхоти, для таких волос, склонных к сухости, ломки, для окрашенных волос, для жирных, здесь у нас увлажняющий тоже, ну, как бы для всех типов волос идет, но все-таки классно увлажняет ромашка и авокадо. Удобная расческа, гребень такой большой. Так, здесь у нас все маленькое такое, без скидок, да, не вижу. Еще, знаете, иногда бывает такой восклицательный знак, предупреждаем, там сос-сос, этот продукт уходит, надо срочно брать. Есть у нас такие чудо-малыши, это сахарная маска, скраб для губ, 2 в 1. Вы просто ее захотите съесть. Во-первых, она сладкая, когда даже попадает в рот, это так вкусно, она пахнет просто нереально. Здесь маракуйя, мята, сахарочек как раз сладенький, который хорошо отшелушивает.
И как мне сказала одна девочка, что она не просто вкусный продукт, так он еще и действительно работает. Малыши для лица, по-моему, по 30 мл, да. Здесь гель очищающий, маска и увлажняющий гель. Больше всего люблю маску. Маски для волос. Вот это точно вам нужно попробовать, потому что это нечто нереально крутое. Вот такие масочки саше. Мне хватает на два раза. То есть я делю напополам, половинку использую, половинку в следующий раз. Они просто волшебные маски. И зубные пасты, конечно, очень классные. Нужно будет отбеливающую заказать, попробовать. Пока у меня еще масочки из прошлой коллекции. Ой, масочки, зубные пасты из прошлой коллекции использую, также детские. Очень удобные щеточки. Мыло. Такое вот мыло у меня с печенкой. Сейчас мы им пользуемся. Оно просто в форме печенки. Приходит в такой красивой упаковке. Более, конечно, как бы новогодние, рождественские варианты. Тут елочки. Но еще у нас и старый Новый год, да, какие-то праздники. Все равно мыло есть мыло, оно всегда будет радовать, даже если оно в новогодней тематике. И крема для рук, то есть уход для, за руками. Обязательно рекомендую использовать маску. Это маска серии Шведиш Спа. Смотрите, какая она густая. Она вот просто, она никак, да, вот крем обычный, смотрите, густая, насыщенная. То есть мы ее наносим, она прям такая густо-густо идет, она не сразу впитывается. Я ее на ночь наношу на всю руку, потому что кожа стареет еще вот в этом сгибе. Как видите, у меня здесь нет таких морщин, как вот бывают. Иногда смотришь на руку, а она уже сморщенная. Каждый день на ночь наношу эту маску. Она работает очень круто. Маленький кремик, который исполняет наши мечты. Так вот, да, для сбычий меч. Есть у нас еще с такими пряностями крем для рук, пряный цитрус. Крем тоже в праздничный такой. Корица, ваниль, вот здесь вот в составе очень вкусно пахнет. И есть крем в серии Botanicals с жимолостью. Тоже с натуральным составом. И такие густые, классные, питательные крема по 100 мл. То есть, если вот эти у нас по 75 мл, то эти больше, они по 100. И для ног. Для ног, что у меня есть, сейчас тоже покажу. Вот такая вот сыворотка-размягчитель мозолей и натоптышей. Его нужно, у него очень маленький расход. Вот этой капельки вам хватит, чтобы, ой, выдавливается, чтобы нанести везде, где есть, например, там вот подушечки пальчиков сохнут, бывает между пальчиков какие-то вот нехорошие штуки, да, вылазят. Нанесите, он быстро впитывается. Кстати, пахнет классно, прям супер. Но расход очень маленький, то есть берите смело, хватит надолго на всю семью. Очень мне нравится вот этот крем, сейчас им пользуюсь, он такой сытенький, хорошо увлажняет, густой-густой. Кстати, похож по консистенции, как, ну, пожиже, конечно, как спа-маска для рук, но тоже такой густой, вкусно пахнет, с авокадо. Тоже его очень люблю уже, не знаю, куда намазать, вся намазалась. Хорошие, густые, плотные крема, один у нас с арникой, один с медом и с миндалем. Тоже, ну вот на любой вкус выбирайте, они мне все нравятся. Если вы думаете о том, что почистить пяточки, то рекомендую такую широкую лопату, то есть она будет такая прямоугольная. Вот у меня оранжевая еще из прошлой коллекции, она двухсторонняя. Я не знаю, сколько ей лет, вот начала чуть-чуть откисать. Это супер просто, из-за того, что она такая большая, то есть сразу всю пятку проходим, всю ступню. Раньше у нас какие-то были маленькие такие лопаточки, вот мы ими там натирали. Это же просто классная лопата. Спрей-дезодорант. У кого вот есть проблемы, да, там запах ног, то это однозначно нужно. Щетка для тела. У меня еще вот из старой коллекции такая большая щетка. Мы ей достаем полностью спину, ягодицы, все проходим. То есть это очень хороший массаж идет. И она и синтетическая, то есть здесь не натуральные щетинки. Поэтому она вам долго прослужит, вы можете на нее капнуть гель или просто сделать массаж кожи, это будет тоже очень полезно и приятно. О, у нас уже салюты начали стрелять, коты в рассыпуху. Гели, большие объемы, неизведанная Камчатка и пляжи Калифорнии, 400 мл, всего 159 рублей, классный вариант. И мочалка, перчатка, рекомендую брать две.
сразу на две руки две перчатки, наливаете гель, вот так вот смешиваете и полностью начинаете делать массаж тела, везде достаете. Потом я вот всегда две беру, варежки вот у нас были, я две брала, и эти тоже две. И Новый год с такой расслабляющей, вкусной пеной для ванны с ароматом абрикоса, белого персика и мускуса. Гигантская, 750 миллилитров за 399 рублей. Пена хорошо пенится, долго держит хорошую упругую пенку. Вы, в общем-то, насладитесь ей на 100%. И гели для интимной гигиены. Всего за 199 рублей. Однозначно буду много брать. Здесь есть защитный. Есть успокаивающий, очень люблю успокаивающий, в основном вот им пользуюсь, но также беру и защитный, тоже нравится. И для молодых девушек, то есть он мягкий для подростков. Супер! Вот такой у нас чудесный каталог. Мне кажется, он просто великолепный, каждый здесь найдет для себя что-то нужное, полезное, по хорошим ценам. Действительно, скидки очень большие в этом каталоге, поэтому желаю всем классного шопинга. Спасибо всем, кто был со мной до конца. Жду от вас обратной связи, комментариев, и желаю всем классного настроения и отличных покупок. До новых встреч. Пока-пока.